Всем привет! Видите вот этого злющего крокодила? Он тут на меня бросается. А все знаете почему? Потому что я тряпочкой вытираю здесь. Вот вы посмотрите, охранник, алабай зеленого цвета. Я просто вытираю пыль. Можно я вытру пыль? Слушай, иди отсюда, охранник. Вот, иди туда. Ой, какой хороший мальчик. Ну вот как можно жить с этим попугаем? Том. Не можно. Вот скажи мне, Том. Возьми тряпку, вытри сам. Вот Ливсик у нас умеет сам вытирать. Угу. Вот так и живем. Беспредел. Томочка, что? И главное, такой хороший, как я с ним разговариваю. Да, Томик? Ну да, я вытру. Ну надо вытереть, я хочу видео красивое снять, чтобы там все было чистенько, чтобы ты по пылюке не ходил. Я поняла. В общем, вытирать придется, когда он будет в клетке сидеть. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!